Готовы? Давайте, поехали. Вообще должен получиться шар. Такие, казалось бы, непонятные вспышки света в темноте на самом деле вполне осознанные действия по созданию нового шедевра искусства. Замороженный свет. Именно так дословно переводится название этой новой техники работы с фотоаппаратом. Фризлайт, или проще говоря, рисование светом, даже отдаленно не похоже на классическую живопись или графику. Вместо красок здесь используется свет, вместо полотна – пространство. Такие картины живут всего несколько секунд, и запечатлеть их в памяти можно только с помощью фотоаппарата. Илья Болтевец преподает фризлайт в фотошколе, хотя совсем недавно постигал эти азы самостоятельно. Мне на Новый год одна из моих знакомых подарила фонарь. У меня в тот момент уже была камера, и я вот попробовал у себя в комнате ночью попробовал порисовать, там примерно прикинул, как это должно технически выглядеть, и у меня получилось. Попытки создать нечто подобное фризлайту имели место быть в середине 20 века. Небезызвестный Пабло Пикассо со своим другом-фотографом Гионом Милли как-то раз попробовал нарисовать маленьким фонариком силуэт кентавра. Это фото опубликовали в журнале Life. Современное рисование светом гораздо проще, прежде всего, с технической точки зрения. Нужно настроить на фотоаппарате выдержку, светочувствительность, диафрагму и установить его на штатив. Рисовать можно только в темноте и всего несколько секунд, но результат часто поражает тех, кто попробовал это в первый раз. Кто-то относится как взрослый, серьезный человек, который... Все понятно, вот объяснили, получилось. А кто-то как ребенок очень, очень живо реагирует и... Иногда очень приятно, что ты поделился с человеком такой вроде не очень серьезной вещью, а он очень искренне радуется тому, что у него получилось. Рисование светом привлекает все больше людей из различных сфер деятельности. Любители и профессионалы объединяются в целые сообщества. Например, в Германии известно фризлайт-дуэтом из Бремена. Жан-Леонардо Воллерт и Йорк Медзе создают световые скульптуры и устраивают перформансы, сопровождаемые музыкой и спецэффектами. Так увлечение замороженным светом перестает быть просто дурачеством. В принципе, к этому направлению я отношусь как к искусству, потому что есть примеры, когда, например, московская команда Фризлайт.ру делала проект открытия музея, и они рисовали светом репродукцию Пикассо и Матисса. Рисование светом дает огромный простор для творчества. Во-первых, разными могут быть источники света. От обычной зажигалки до специального набора осветительных приборов. Во-вторых, рисуют лайтеры в разных местах, используя и живых моделей, и статичные объекты. Но тем не менее, фризлайт постоянно развивается. Толчок этому дают профессиональные команды. Таких сообществ появляется все больше и больше в разных городах. И вот люди делятся опытом, какими-то новыми разработками. Очень много технических вещей изобретают и соединяют. Там, начиная от простых ламп накаливания, различных их соединений, заканчивая светодиодными лентами, переключателями, синхронизаторами и так далее. Делать простые фризлайт-снимки можно с помощью обычной мыльницы. Для этого нужно выбрать режим ночной съемки, закрыть рукой объектив и слегка нажать на кнопку. Тогда у фотоаппарата увеличится выдержка, а затем убрать руку и сделать фото. Готово! Научиться рисовать светом можно буквально за полчаса. Девушки, посетившие занятия Ильи, с первых попыток изобразили простые объекты, а к концу часа сделали нашей программе подарок – световое замороженное утро. Ольга Дурных, Алексей Зайцев. Утро в твоем городе.